Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Ассасина. Так, сегодня у нас прекрасный солнечный день. Сегодня должна быть хорошая потасовка. Давайте. Ох. Да. Понедельник. Великий магистр. Делаверендри мертв. Координаты у меня. Я знаю, куда направляются ассасины. Что ж, поспешим. Блин, надо, говорю, надо сначала было в эту играть, потом уже в тройку. А то, блин, получается, я его там убил, здесь он жив. Думаешь, они нашли еще одну святыню притечь? Мир пока не рухнул. Если и нашли, то еще не трогали. Как благородно. Время еще есть. Мастер Гист, ждите. Я пойду с Шеем. Сэр, при всем уважении, вы уверены? Как великий магистр Ордена, я должен довести это дело до конца. И увидеть, как падет братство Ахиллеса. Ну, здесь он тоже своего рода прав. Если хочешь, чтобы что-то получилось, сделай это сам. Если ассасины вызовут землетрясение, жертв хотя бы будет немного. Ага, вот бежать. Я в любом случае не позволю вашим бывшим союзникам уничтожить святыню. Так. Было бы красиво, не будь так чертовски холодно. Осторожнее. Кое-где лед совсем тонкий. Да ешь твою мать. Он совсем разучился в него играть. Давай, ползи. Вот. Ахиллес не пробежал. Мало людей. Не думаю, что он полагает, будто все выживут. А, так это другой корабль. Я думал, это мой же корабль. Но их все равно больше. Будем держаться тихо и не станем лезть в драку. Ассасины вряд ли тебя узнают. Пойдем, нанесем им визит. Только понять не могу, какие ассасины, если он там с ружьем ходит. На! Ну-ка, подожди-ка. Вот так. Что тут? Так-то нормально, тихо я сделал вроде, да? На, подожди, я его нахрен. Я посюда пойду, я настырный. Здесь есть, нет? Как эти? Есть. А, все должно быть вот так было быть. Все с вами понятно. Можно было нахрен просто пройти. Не убивая их, а я вот такой вот маньячина. Иди, Шей, я найду другой путь. Конечно, найдешь, куда-то нахрен денешься. Так, вы-то мне не нужны. Хм.
Господи, вот эти вот, кстати, скалолазания напоминают. Как он лазил-то, блин, с топором-то этот. Господи, даже название-то не выговорил, английский не знаю. С топором бегал там с парнем-то какой-то. Третья часть, что ли, она там. Вот так, помягче, чтобы было. Давай. Не смотрим, что у них там. Оп. Я просто помягче упал. Твою-то мать, надо... Понятненько. Ой, да идите вы нахрен. Вот так вот. Вот так вот. Поняли? Ушлепки. Да охренеть нахрен. Даже дробинки не потратил. Вон она, чё, Михалыч. Ага, сюда. Подожди. Мне вообще куда, в какую сторону? Ничего не понимаю, как я это все делаю. Все понятно, как это. Так. Вот сюда. Ну вот так тоже можно, ладно. Сделать сделал. Давайте. Это яблоко? Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял. Ахиллес, это не оружие предтечи, а средство сохранить мир. Всех этих бедствий могло и не быть. Послушай ты меня тогда.
и все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей, ты предал братство. Ахиллеса и меня. Ну, значит, предал, вы меня убить хотели. Стрелявшего мне в спину. В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лаем нет. Вот дебилы-то. Так, мне куда-то сваливать, да. Я все понимаю, мне надо сваливать. Ой-ой-ой, как бы это не финалочка была. Ох-ох-ох-ошеньки, попа. Давай, это все должно было быть. Валендах, битва Валендах. Опа, отдых. Это пока по сюжету все. Охренеть, меня убили, что ли? Так, ладно. Что-то я не понял, так, куда мне там надо было бы? Куда ты меня, тропинка? Зачем ты притащил чертов манускрипт и шкатулку сюда, Лаев? Шкатулка в безопасности, Шей. Шевалье об этом позаботился. Тебе ее не найти. Я нашел холм, Шейн. Мне жаль. Это ты сделал? Отвечай. Опа. Ну, где ты? Сдавайся. Ну, сдавайся-то, если я еще ничего не сделал. Дебил, что ли? Захрена чего? Везучий. Скотт. Сколько раз повторять, Лаем? Скиминог какой-то там. Это миф. Скиминог. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Вот. Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того стоило. Кину я полупьяный конвой. Давай. Блин, весь обвешанный оружием. Твою мать. Весь. Пистолеты, кинжалы, винтовки, блядь. Дымовые бомбы. Ты как вообще еще и бегаешь, нахуй, прыгаешь. Реально должны быть мутантами какими-то, нахуй. Так. Опаньки. Доберитесь до своего корабля, да без проблем. Нет!
Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Ёж твою мать! Не касайтесь энергетических лучей. Лайм не должен в вас попасть. Ага. Ни хрена себе так. Ну ладно. В ногу. Вот теперь хромать он будет. Не забывай, что здесь случилось. Вот поэтому он с тростью ходил там. А вот мир забудет. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь Предтеч подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может и вся твоя жизнь. Может быть. Готов к этому. Я рад. Ну? Невероятно. Кто бы мог подумать, что Шей так силен? Так, меня выкинуло, ага. Что надо сделать? У меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Ну, да ради бога. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Пошли. Идите в подвал. Скучно, да, опять же. Где лифт, твою мать? Не хочу больше это обсуждать. Вот он. Вот так. В качестве награды за твои услуги я даю тебе третий уровень доступа. Отныне для тебя открыты все двери. Ой. Давным-давно благородной целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную. Свободу. Да, свободу. Он свобода. Бонтиками нахрен. Полная свобода действий. Хочешь помирай, хочешь выживай. Кстати, блин. Бундикам, да. Что такое? Маленькая неполадка. Вот, следуй за этими огнями. Обещаю, пойдешь на свет, не умрешь. Разве я тебя подводила? Иди за огнями. Да иду, иду. Скорее, болванчик. Все зависит от тебя. Коммуникатор должен заработать. Братство ассасинов еще существует. И по-прежнему... 12, 13, 14, 15... 16. Я тамплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Куда? Где? Нахер мне ваши сервера. Че, вы сами не можете, что ли? У вас есть PC с админ? Твою мать. Ой. Не вижу ни хрена. Где ты?
Так. А, все. Отца Берг, звезда тренировочной программы «Анимус». Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Опа, опа, ни хрена, кого-то бьют. Без меня? Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха. Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Это не важно. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои. Понял? Это номер 16. Голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки. Они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Ну, игрушка. Правильно своего мы рода закончили. И то, и другое. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Все? Ты превзошел все мои ожидания. Что, мне валить надо, что? Память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. Давай. В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю их всех до единого. И убью. Но просто смерть — это слишком легко. Все как было. Спасался, когда разрушалось все. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт! Погибли тысячи! Выведи его! Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу, чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Вот так вот все и было. Краткая история, что ли? Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако, история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Вернитесь в Анимус. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. Да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Да мне насрать. Я сейчас для своих подписчиков тут прохожу игру, а не то, что ты тамплиер. То, что ты тамплиер, это было известно давно. Да. Это вот можно заходить сюда. Но мы не будем. Нам надо выйти отсюда. Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть. Давай. Я готов. Сейчас мы его увидим. Кусок Шея. Шеи кусок, блядь. Хирург нахрен. Ой. Ну? Ой, не туда. Смотрю, куда смотреть-то? Где выход? Пять, четыре, три, два, один. Когда ты досмотришь историю Шеи? Когда досмотрю, тогда и поговорим. А сейчас не отвлекай меня, мать твою! Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты.
Какой декаданс. Удачи, болванчик. Это кто, Линкольн? О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Людовик. Возможно, вас примет и сам король Людовик. А в третьей части, кстати, было, короля. Когда Америка стала Америкой, колония отсоединилась от Англии. Может, они придут. В истории он известен как чайный бунт. Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Это так. Спасибо вам, мастер Франк. Бенджамин Франк, говорю же, президент. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Вот так вот. Это он, Шарль Дориан. Ни хрена себе. А больше у меня ни хрена и нету. Ага, мне не сюда даже надо. Прошу прощения, что занимал ваше время. Охренеть, я бы так в реальности не смогу, не то что нахуй. Давай. Они, видимо, наверху. Видел, какие у них были глупые лица? Я одна. Видел. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Яблоки воровать. Это же я в самом начале игры, нахрен. Твою мать, я играю за того, кто убьет батю. Что-то я не понимаю ни хрена. Это вроде как прошлый, так я, получается, там был только что с девочкой с этой. Я пошел воровать яблоки. Вот я. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. И получается, меня что, в прошлое закинули? Так я что, батя не узнаю, что ли? Не понимаю. Арно, где ты? Ты предатель. Ни хрена не понимаю. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты.
Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Куда ты? Стоять за принципы нашего ордена. И все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты. И суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот тебе вот раз. Моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Орлан. Война и революция закончились. Но новое уже близко. Да направит нас Отец Понимания. Ну что ж, ну вот у нас еще один ассасин закончился. Следующий, я как понимаю, у нас будут черные паруса. Тем не менее, смотрите, я еще выпускаю, да, только уже без видео, конечно, Бондикам. Это, кстати, игра на Sony PlayStation. Она, кстати, хорошая, вам должна понравиться. Если у вас есть джойстик, вообще прекрасно, потому что, ну, у меня джойстик есть, но, тем не менее, я играю на клавиатуре. Что ж, давайте мы увидимся с вами в следующем видео. Следующее видео, как я понимаю, у нас, наверное, будет либо на Чужой против Хищника. А в Ассасина вы играете. Пока.